Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на повестке дня вопрос о минимальной оплате труда и о возможностях менять хозяина для тех, кто работает по рабочей визе в Канаде. По поводу минимальной оплаты, то есть вопрос звучал следующим образом. Можно ли устраиваться на работу на минимальную совершенно оплату труда с перспективой, что тебе повысить зарплату? Вообще, как это все выглядит для рабочих специальностей. И второй момент, то, о чем я уже сказал, можно ли менять работодателя, находясь в Канаде. Собственно, по поводу оплаты труда могу сказать, что, как и везде, на самом деле, Канада здесь не уникальна. Все зависит от того, какая у тебя квалификация, как ты растешь там и так далее. Я знаю, что берут вообще в рабочие, там, строительные специальности, например, людей вообще без опыта работы. Некоторым даже не платят ничего, просто ничего не платят. Некоторым платят просто кэш какой-то, ниже минимального уровня, там, условно говоря, минималка, если мы говорим про Квебек, 10.75, а платят, там, $8, там, или $7. И дальше зависит от того, насколько человек квалифицирован, насколько у него руки с правильного места, то, что называется, растут, и он растет. Ну, опять же, вы должны понимать, что рабочие специальности, они по определению не могут много получать. Я не говорю там про тех, кто работает, не знаю, дальнобойщиками, сварщиками там, и так далее. Это отдельная история. Можно сказать, это элита среди рабочих специальностей. Ну и опять же, у них тоже все непросто, все зависит от того, на какую должность, да, в какое место, в какую компанию ты попадаешь, и, соответственно, там у тебя будет или не будет возможность роста. А если мы говорим вообще в целом, глобально, про рабочие специальности, то рабочий, получающий $20 в час, как бы это очень хороший рабочий. Потому что рабочие специальности, в принципе, они все где-то варьируются в районе диапазоне от 15 до $20. Но еще раз говорю, что могут быть исключения, и может, вам повезет, условно говоря. Что касается смены работодателя, то мы живем не в рабовладельческом строе, поэтому если у вас есть виза, которая позволяет вам менять работодателя, то, пожалуйста, делайте это. Если нет, то, собственно, нет. У вас ничего не получится. Важный момент, то, что как раз вы должны смотреть, когда вы получаете визу. Просто я не знаю, как это сейчас. Раньше было четкое разделение на те визы, которые даются под конкретного работодателя, и на те рабочие визы, которые даются вообще всем, кто имеет какую-то профессию. Поэтому, если у вас есть телефонный звонок, так вот, внимательно смотрите, какой у вас тип визы, для того, чтобы не оказалось, что вы получили визу, которая привязана к конкретному работодателю, и это значит, что если вы по каким-то причинам с ним расстаетесь, то вы не имеете права никуда в другое место идти, вы обязаны по условиям визы покинуть страну. То есть в данном случае как рабовладение получается. Но я не знаю, еще раз повторю, что есть ли это правило сейчас, есть ли вот эта жесткая привязка к работодателю, или же вы можете совершенно спокойно получить открытую рабочую визу и работать на кого угодно. Важный момент, да, если вы приезжаете в Канаду по рабочей визе для того, чтобы потом эмигрировать, внимательно посмотреть, дает ли ваша рабочая специальность вам возможность эмигрировать. Потому что далеко не каждая профессия позволяет эмигрировать, далеко не каждая профессия рабочая воспринимается иммиграционной системой как достаточно квалифицированная профессия, чтобы пополнить ряды иммигрантов. Ну вот, пожалуй, все, что хотел по этому поводу сказать. Я всем откланиваюсь. Всем хорошего дня и пока-пока.